Так, опускаем камеры. Упусти камеру. Я вам лично вот под камерой говорю, 26 число я привезу этот системный блок целости и сохранности. Так забрали уже полностью весь компьютер с системным блоком совсем на свете. Забрали принтер, я еще не знаю, кто сканер и ксерокс. Все отсюда уже вытащили. Четыре вещи. Но я вижу, что там люди работают, хотели что-то удалить, мы удаление остановили. Я 26 числа системный блок вот, в целости и сохранности с всей информацией, даже стирать ее не буду, вам лично занесу приемную. Просили его в течение недели подъехать. Он подъехал 3 дня назад и говорит, давайте по-хорошему, вы нам отдадите бюллетени, чтобы мы ни женщине пугали, ни ничего. То есть, мы даже никому в Донецке не скажем, что вы от Яроша были. Потому что мы все-таки вопросы личной безопасности, что же. Вот. Но если надо сделать вид, что мы пошумели, мы потом пошумим там пару петард взрывом под окном, чтобы ты для своих как бы больших. Ну, да, я подумаю, ну и все, и на этом он опять куда-то делся. Сейчас пишу расписку вот, на удостоверение, на системный блок. И есть информация, что часть бюллетеней все-таки есть. Есть подтверждение, что они лежат в сейфе. Не, мы же никого не обманываем, мы же честные люди. Господин Голова окружной выборщик, объясни, почему на посвечении уже стоят печати и ваши росписи? Объясните, пожалуйста. А почему они уже с печатью? Да, печати, вот, должны выставлять, печати должны выставляться, когда вы выдаете. Да если бы мне пришли и сказали заниматься вот этой мразью, я бы никогда в жизни бы, блин, бы, еще бы и морду набил бы этому человеку. Ну, человек хотел денег заработать. Денег? Вам мало денег? В шахту идите работать, если вам мало денег. А ты одел белую рубашку и ходишь тут с фраером. Петя, у меня тоже светлая рубашка, ладно, давай, нет. Тебя на цветастая. Понятно, зачем на независимой республике проводить выборы другой страны? Конечно, у нас, мы уже живем в своей республике, пускай это неделя этой республики. Ну ничего, мы 23 года жили непонятно в какой стране. Чувства смешанные на самом деле. Мы, как избирательная комиссия, ну, свой долг выполняли до конца, я считаю. А есть еще органы власти, которые при всем при этом должны обеспечить правопорядок и возможность свободного волеизъявления людей. Что происходит, вы видите. Не, печати надо поставить. Да. Человек сам посмотрит. Если меня вернут через 30 минут. Я его на Бакинских и оставлю. Это не является журналистской, это является разглашение тайны следствия. Для того, чтобы вы присутствовали при процессуальных действиях, вы должны для этого подать запрос, и вам дадут официальный ответ. Потом вы будете снимать, присутствовать и так далее.